Этого еще не хватало. Тебе чего? Бабу мою отпусти. Ну, во-первых, она не твоя. Во-вторых, ее здесь никто не держит. А в-третьих, пошел вон. Да не прокатит такой расклад, мажор. Отпусти. У тебя ж проблем меньше будет. Слушай, тебе выйти голову открутить? Утром тебя, дурака, пожалел, теперь свою на ночь хочешь получить? Я тут вообще с краю стою, мажор. Мне лично как-то фиолетово. Тебе серьезные люди на завтра стрелу забивают. Какие люди? Какую стрелу? 3 часа. В кабаке Рапсодия. Встретиться с тобой хотят. Возле конторы вашей долбаной. А меня так прислали. Весточку тебе передать. Ну так чё? Какой ответ будет? Ты чё молчишь, мажор? Утром ты посмелее был. А если я не приду? А чё так? Испужался? До смерти. Тогда приходи. Там тебе объяснят, чё как, чё почём. Mm-hmm. А не придёшь? На ужин будешь шашлык и своей псины жрать. А потом и тебя на шаверму построгают. Приятных снов, мажор. Вот тебе и компот. Понимаешь, тут такое дело. Ты... Мне уходить? Нет, ты просто побудешь сейчас в другой комнате, только не высовывайся. А Елец? Потом мне все расскажешь, да? Алло. Это господин генеральный директор? Привет, ты где? Ну что, всех своих баб разогнал? Да каких баб? Ты вообще о чем? Ладно. Может, говорить, что возвращались, если недалеко ушли. О, господи, где ты вообще? Волнуешься? Волнуюсь. Время 2 часа ночи, у меня под окнами всякая шпана шарится. Ну, можешь расслабиться, не приеду я. Это так. Шутка. Минутка. Не понял? Да что тут понимать? Это ты быстро с кабака слинял? А я тут до сих пор зависаю. Так ты не приедешь? Говорю же тебе, нет. Папаню моего зацепила с этим друганом московским. Главное, меня никуда не пускают. Иди, говорит. Вместе поедем. Угу. Кит. Да. А можно я коробочку открою? Ты же обещала. Ну, ладно. Ладно, мне завтра рано вставать, я пойду спать и выключу телефон. Спокойной ночи, генеральный. Целую. Пока. Не понимаю, как это америкосы могут вискарь газировкой разбавлять? Да еще льда туда с полстакана накидают. Малохольная. Чего с них взять? Точно. Слушай-ка, скажи мне, а что, сын Василия действительно надежный парень? А тебе что, Горелов не нравится? Вот мы сейчас выпиваем, закусываем. Его честь, между прочим. А его с нами нет. Почему? Где он? Да перестань, он раньше ушел, у него завтра работа, там совещание. А, работа. А у тебя работы завтра, что ли, нет? И у меня вроде не выходной. Паша, мы – это мы, а он – это совсем другое. Тут и оно, что другое. Ты знаешь, я людей нутром чувствую, понимаешь? Аж до печенки. Ой, ты о чем это? Непростой он человек, твой крестник. Непростой. Пап, ну, может, хватит, а? Ну?
Не поняла. Ну, давай. Рассказывай, кто эти люди, чего они от тебя хотят. Так я не знаю даже. Не знаешь? Ну, тогда я звоню в полицию. Не надо в полицию. А чего же? Мы цивилизованные люди, живем в цивилизованном государстве. Если человеку угрожают, он обычно звонит в полицию. И это нормально. Это ты, может, в цивилизованном, а я... Не надо в полицию. Да почему? Не надо, и все. Хорошо. Тогда рассказывай. А что я должна рассказывать? Все. Все, вот ты вот сказала, как ты его, Колобок назвала? Карлсон. Прекрасно. Карлсон. Он кто? Никто. А, никто. Приятель мой. О, приятель. Бывший. А чего ж бывшие поссорились? Проиграл он меня в карты. Подожди, как проиграл? Обыкновенно. А после Ельца подослал. Чтоб тот, значит, меня дядьке передал одному, которому он проигрался. Какому дядьке? Я не знаю. Ельц сказал, что... Дядька тут видел меня несколько раз, а я не знаю, кто это. Прости, но мне все-таки придется звонить в полицию. Боже! Эй! Эй, ты чего? Ты чего? Ну-ка, посмотри меня. Подожди, успокойся, смотри. Не хочешь в полицию? Все, смотри, я не звоню в полицию. Все, никакой полиции. Ну пойми ты, у них же в полиции свои знакомые имеются. Они так все обставят, что тихо, я потом тихо, сама тихо, и буду тихо, 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 никто ничего не обставит. Ты что? Никто ничего не обставит. Да. Значит так, я завтра с ними встречусь, с твоими, с этими друзьями, и сам обо всем с ними поговорю. Слышь меня? Только не надо вот этого, пожалуйста. Слышь? Ну, вот это вот, слез, вот этого всего не надо, я тебя прошу. Пожалуйста. Останешься пока здесь. Клавдия Евгеньевна, завтра выходная. Из дома не выходишь, дверь никому не открываешь, на телефонные звонки не отвечаешь. С Фантиком я как-нибудь погуляю сам. В общем, надеюсь, к вечеру этот компот как-то рассосется. Ты... Ничего. Ничего. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну что, Никита Васильевич, как ваше ничего? Что? Я говорю, как должность новая. А, да я пока не понял. Машину, водителя менять не собираетесь? Ром, ну брось ты честное слово. Ты мне лучше знаешь, что скажи? Ты знаешь, где находится ресторан «Рапсодия»? «Рапсодия»? А рядышком возле офиса, буквально на соседней улице. А что? Да так, ничего.
Слушай, у меня совещание до половины третьего. А потом забери меня, съездим в эту рапсодию, пообедаем, хорошо? Че это вас на экзотику потянуло, а? Или решили жизни себя лишить? В смысле? Ну, там, если честно, Никита Васильевич, одной кошатиной кормят. Да все равно. Главное, чтоб 3 часа я был там. Как скажете. Есть контакт. В следующем месяце мы открываем 5 наших магазинов в 4 районах города. Жду ваших предложений. Рекламный отдел. Подготовьте, пожалуйста, все о рекламной кампании нашего филиала. Хочу подчеркнуть, что ждут вас не только предложения, но и прайс-лист. Расценки на телеканалах, радио, билбордах, ну и так далее. Жанна Викторовна, который сейчас час? 35 минут третьего уже. Прошу прощения, перерыв. Через час всех жду на месте. А можно вас на 2 слова? Да, Никита Васильевич. Жанна Викторовна, скажите, пожалуйста, это вы попросили вас перевести ко мне секретарем-референтом? Ну что вы, Никита Васильевич, а меня все устраивало, это распоряжение Боголюбова. Лично. Понятно. Я могу идти? Конечно, можете. Спасибо. Никита Васильевич? Да? Добрый день. Добрый. Батурцев Николай Сергеевич, начальник службы охраны холдинга. Да, я вас прекрасно помню. Могу я? Буквально 2 минуты. Ну, извините, я тороплюсь. Я в 2 словах. Дело в том, что Александр Иванович распорядился относительно охраны. Подумайте, по статусу положено и... Да. Простите, о чем я должен подумать? Стоит ли увеличить количество единиц охраны? Нужна ли машина сопровождения? Я мог бы и сам все. Вы знаете, у меня уже есть служебная машина, а Роман, как шофер-охранник, меня вполне устраивает. Поэтому я тороплюсь. Да? Кит, привет. Привет. Ты где пропадал? Я тебе полночи трезвонила. Я же тебе говорил, телефон отключил. А включил вот только сегодня утром. Ясненько, понятненько. Как дела? Кит, я вчера... Открыл твой подарок. Ну и что скажешь? Ну, скажу, что колечко так себе. Да и брюлики мелковатые. Правда? Ну, если отбросить в сторону ювелирную ценность... И предположить, что это обручаловка? Кит. Что? Это обручаловка? Ну, ты сама как думаешь? Ты что, предложение мне делаешь? Чего молчишь? Я жду ответа. Нифига себе. Ну, ты даешь на 200 рублей. А что? Кто ж так предложение делает? Сунул девушке пакетик и как мальчишка убежал. Да я не убегала, это ты убежала. Неважно. Ты не уходи от темы. Ты вот что, ты давай пригласи девушку в ресторан. Так, чтобы вино, романтический ужин, а там между делом... Может быть, танцуя медленный танец? А кольцо ты мне вернешь, чтоб я опять тебе вручил, да? Кольцо будем считать, что ты уже вручил. А как с тобой? Свет, у меня сейчас одно неотложное дело, я все уложу и тебе перезвоню, ладно? Гляньте на него, деловой. Мне с вами или в машине подождать? Знаешь, подожди лучше в машине. Если через час не вернусь, вот тогда сходи и посмотри, что и как. Что значит не вернетесь, Никита Васильевич? Мне, если честно, такой расклад вообще не нравится. Да это так, Ром, на всякий случай. Но тогда мне, может, лучше сразу с вами? Не надо. Нормально все. А ему что? Сейчас звонит, говорят, больше. Добрый день. Здравствуйте. Вас уже ждут. Хотите, провожу? А мы разве знакомы? Нет. Но меня предупредили. Если имеется личное оружие, сдайте, пожалуйста, в гардероб. Не беспокойтесь. Все будет в целости и сохранности. Я не ношу оружие.
хорошо. Так проводить? Да нет, спасибо. Я сам. Никита, а что ты стоишь? Присаживайся. Выпьешь? Да нет, спасибо. А я выпью. Слышишь, друг, ты давай иди, наверное, а мы тут поговорим наедине, да? Исчезаю, Александр Иванович. Только вы объясните своему пацанчику, как там и чего, чтобы все пучком. Ну, бывай, мужичок, не кашляй. Что ты смотришь на меня? Ты на мне дырку протрешь. Александр Иванович. Дядя Саш, как вы здесь оказались? Вечерней лошадью подвезли. Срисовали номер твоего служебного мерина, выяснили, кому принадлежит. Принадлежит он мне, моей фирме. Вот на меня и вышли. Все просто. Так вы их тоже не знаете? Кого? Этих? А? Откуда? Конечно, нет. Зато я Витю Калину знаю. Это кто? Виктор Павлович Калиновский. Он вор, законник. Другими словами, вор в законе. Правда, сейчас вроде как на пенсию, но все равно среди своих он в авторитете. Так вот, когда в конце 80-х мы с твоим отцом решили кооперативный бизнес раскрутить, упаковали меня на 5 лет. Ну, подставили меня по финансовой части. Ну, бывает. Так вот, тогда на зоне Витя мне здорово помог. Потом я ему. А дел у меня с ним никогда никаких не было. Но он ко мне с уважением, а я, стало быть, к нему тоже. Вот потому-то мы сейчас с тобой беседуем. Понимаешь? Так это бандюки, да? Какие бандюки? Этих спортсменов-дебилов Качков уже давно нет. Это уголовка, крестник мой дорогой, уголовный мир. Они еще при царе-батюшке были. И при коммунистах, и при демократах были, есть и будут. Вот так. Ну, хорошо. Ты мне лучше расскажи, что за девицу ты себе завел? Какую девицу? Ну, перестань, не дури. Какую-какую? Такую, которая у тебя в доме живет. Из-за нее ты вчера на совещание опоздал. Пробки, пробки. Знаем мы эти пробки. Да не моя эта девица. Просто так получилось. Не люблю, когда на моих глазах женщин бьют. Да, ну не твоя, так не твоя. Ты с ней по ночам просто в шахматы играешь. Или в шашки. Дядя Саша, ее избили. Сильно, прямо на моих глазах. Я отвел ее домой, попросил домработницу, чтобы она вызвала скорую. А потом объявились эти и стали требовать, чтобы я отдал ее. Вы меня понимаете? Да, я понимаю. Конечно, я понимаю. Хорошо, если все так, как ты говоришь. И хорошо, если это не твоя девица. Почему? Потому что все равно придется ее отдать. Я за этим сюда приехал. Как это? Александр Иванович, дядя Саш, они же ее… У них свои законы. И эти законы покрепче любого нашего закона будут. А карточный долг вообще святое. Либо его надо отдать, либо жизнь.
Так вот, эту девицу Витя Калинин в карты проиграли. Теперь она по их законам его собственность. Как машина, зубочистка. Вы их так боитесь, да? Сынок, я уже давно ничего не боюсь. Я свое пожил. Мне за тебя, дурака, боязно. Это у меня на фирме ты босс. А для них ты фраер дешевый. Я узнал, что вы охрану хотите ко мне приставить. Да какая к черту охрана? Охрана. Понты все это. У твоего отца тоже была охрана, но это ему не помогло. Слушай меня внимательно. Я человек простой, Гарвардов не оканчивал, поэтому скажу тебе по-простому. Велят они какому-нибудь, такому, который здесь сидел, чтоб такого фраера, как ты, на перо посадили. И он сделает, и даже не из-за денег, а чтоб авторитет свой поднять. Понимаешь? И никакая охрана здесь ни при шее, ни пристегни. Уложит тебя в деревянный ящик, а потом разбирайся. Кто и зачем? А человека нет. Поэтому мой тебе совет. Отдай эту девицу. Постой, а может это твоя девица? Не знаю, может там любовь какая-то, я понимаю. Нет. Слава Богу. И говорить не о чем. Дядя Саш, она человек. Она человек. Не твое это дело. Здесь не Англия. Забудь про этих джентльменов. Ладно. Одним словом, ты не дури. Сделай так, как я тебе сказал. А мне пора. Тебе вроде бы тоже. Ну что, Никита Васильевич, как пообедали? Спасибо, хреново. Да я же говорил, что там одной кошатиной кормят. Это точно. Да. Ну? И куда мы сегодня идем? В смысле? Кит, ты что, совсем уже заработался? Ты же обещал пригласить меня на романтический ужин. То есть прям сегодня? Нет, блин. В следующем квартале. Кит, ты совсем уже. Мало того, что обещал набрать девушку, не набрал. Мало того, что девушка сама тебя набрала. Так девушка еще и должна напрашиваться на ужин при свечах. Нет, не должна. Ну, и? Что? Кит, не тупи. А то я сейчас отключусь нафиг, и все. Давай встретимся в Орхидее. Я закажу там столик. Давай встретимся в Орхидее. Блин, ты как такси вызываешь. Ладно. Во сколько? Подъезжай к 8. 8? Да. Родил наконец-то. Буду. 8. В Орхидее. Целую, короче. Жених. Никит Васильевич, мы приехали. Что? Я говорю, приехали уже. А, Ром, спасибо. Угу. Отдыхай. После работы меня не жди, я такси вызову. Ром, угу. Съезди ко мне домой.
Mm-hmm. Да у меня девушка. Ну, да, помнишь? Ну, которую мы скорую вызывали. А, это? А. Это помню. Вот, к телефону она не подходит. Позвони в домофон. Угу. Скажи, что я буду поздно, чтобы она обязательно меня дождалась. Угу. Сделаешь? Есть контакт. Только, Никита Васильевич, если она к телефону не подходит, вы думаете, она по домофону будет со мной разговаривать? Да. Ну вот. Об этом я как-то не подумал. Угу. Вот тебе ключи. Только вначале набери домофон, а уже потом заходи в квартиру. Ладно? Скажи, чтобы обязательно ждала. Да не вопрос, Никита Васильевич, будет сделано. Спасибо. Никого. Сейчас будет. О, Фантик, привет. Ну чё, как дела? Дома есть кто, а? Алло, гараж. Понятно. Ну я же знаю, ты здесь. Чё, прячешься, а? Бляха-муха! Ты чё делаешь, а? Ты чё пришёл? Убирайся отсюда, слышишь, или опять по голове получишь. Ты же мне башку чуть не раздолбила, а? Иди, иди. И друзьям Ельца, и Ельцу привет передай большой. Какому Ельцу? Я от Никиты. От Васильевича. О, а я думал, не придешь. Почему это? Ну как? У больших людей большие заботы. Это верно. Но скажи мне, что главное в бизнесе? Что? Подумай. Нет, старичок. Я в последнее время этим не занимаюсь. Вредно это занятие. Как начнешь думать до такого, иногда додумаешься, самому противно становится. Ну хорошо, не думавши. Что главное в бизнесе? Ну, я не знаю. Расчет перспективы. Развитие, прибыль. Здоровье. В бизнесе главное – это здоровье. Так вот, я здесь, чтобы поддержать свою физическую форму. Пойдем? Понятно. А я вообще-то думал… Ага. Значит, все-таки думал? Думал, предполагал. Какая разница? Короче, я предполагал, что ты здесь по другой причине. Какой? А, неважно. Ну что, будем тебе ее поднимать? Кого? Форму, старичок. Твою физическую форму. Партиечку. Можно. Просто так играем или на интерес? А ты как хочешь. Давай просто так. Это до сих пор из себя выгнать не могу. Кого? Вискарик, старичок, вискарик. Я ему вчера такой обильный прием устроил, что он никак выходить не хочет. Гад. Кто подает? Ты. Ну тогда держись. Готов? Готовченко. Ну, поехали. А ты что, не помнишь меня? Ну да. Это мы тебя с Никитой Васильевичем спасли. Не помню. Ну. Ну да. Ты же в отключке была.
А чё пришел? Чё надо? Пришёл. Никита Васильевич прислал. Просил передать, что будет поздно вечером. Чтобы ты дождалась. Ну, больно же! Что это вы, мужчины, все такие чувствительные? Конечно, чувствительные. Я с таким рогом домой заявлюсь. Что мне жена скажет, а? А ты и скажи. Производственная травма. И вообще, если муж домой с рогом приходит, так это не жена ему, а муж ей вопросы задавать должен. А ты ничего такая? Веселенькая. Чай пей. Ну ты как? Нормально. Люва, мне не нравится, как мы сегодня с тобой общались. А как? Не так, как надо. Ты желаешь, чтобы я к тебе по имени-отчеству обращался? Ну послушай, на службе ты меня избегаешь. Мы с тобой встретились, как ты сказал, большие люди, большие заботы. Я что, виноват, что эти долбанные акционеры меня генеральным поставили? Я прекрасно понимаю, что ты более достойная кандидатура. И вообще, при чем здесь работа? Ты мой друг. Лучший. Да, единственный друг, понимаешь? Дай мне мочалочку, пожалуйста. Я когда из Англии вернулся, помнишь, ты меня встретил? Ты меня на фильме в курс дела вводил, показывал, рассказывал. В наших отношениях не было никакой недосказанности. Я не хочу, чтобы сейчас что-то изменилось. Ты сейчас правду говоришь? Ну, конечно. А ты надулся на меня, как мышь на крупу. Пирог сама пекла? Сама. Вкусно? Очень. Слушай, ты это, Никите не говори, что я тебя, ну, то он ругаться будет. Есть контакт? Не скажу. Но тоже думать надо. Дверь бронированная, ключ с лазерной нарезкой. Ну, кто кроме своих войти может? Ну, я же испугалась. Вообще ничего не соображала. Ну, прости, а. Рецепт дашь? Дам. Жене отнесу. Пускай печет. А ты ничего так. Правда ничего. То есть ты пришел не совсем для того, чтобы поддержать свою форму? Я пришел, чтобы поддержать нашу дружбу. Послушай, вчера ты был моим боссом. Сегодня я, можно сказать, твой босс. А завтра? А кто его знает, что будет завтра? Так? В общем, конечно, как-то так. Тогда давай. Ну, держи. И без обид. Без обид. Сколько? Кранты, я опаздываю. Куда опаздываешь? Да так, на встречу. Ага. Что за встреча? Да просто. Встреча и встреча. Ага. Да. Действительно, никакой недосказанности. О. Так. Прошу прощения, может быть, вам принести что-нибудь еще? Я же сказала, позже. Простите. С
Светочка, прости, пожалуйста, еле вырвался. Я... Горелов, я тоже опоздала на полчаса, но не на час же. Извини. Прошу прощения, может быть, Светочке воду поставить? Отойди отсюда, мы разговариваем. Через пару минут, пожалуйста. Хорошо. Свет, ну извини, много работы. Я вообще-то уже собралась уходить. Ну давай, не заводись. Ты уже сделал заказ? Сделай. Вот, хотела заказать фрикассе из молодой баранины. Так, а в чем проблема? Проблема? А? Проблема в том, что мясо на ночь жрать вредно. Придется заказать рыбу. Съешь рыбу. Ненавижу рыбу. Почему? Потому что приходить нужно вовремя. Света, ты знаешь, как я тебя люблю? Я такая свинья. Вот хочешь всю оставшуюся жизнь, я не буду говорить, а буду только хрюкать. Ха-ха. Очень смешно. Свет. Света. Что? Съешь фрикассе. Я тебя буду любить и толстый. Дурак. Согласен. Угу. Иди сюда. Ну, с какой стати я должна к тебе идти? Ой, простите, мне кажется, я опять не вовремя. Да нет, вовремя. Пожалуйста, будьте добры, принесите нам 2 фрикассе из молодой баранины и бутылочку французского сухого красного. Белого. Белого. Хорошо. Зачем ты меня сюда пригласил? Кит? Что? Зачем ты меня сюда пригласил? Поужинать. И все? Потанцевать. А еще? Главное, забыл? Почему забыл? Не забыл. Так договори. Ну, в общем, я хотел сказать... О чем ты все время думаешь? Ни о чем. Так договори. Да чего говорить, ты сама все прекрасно знаешь. Выходи за меня замуж. Это все? Озолотил. Прошу прощения. Вам понравилось наше фрикассе? Отстой! Понятно. Свет, ну что опять не так? Да я не нуждаюсь в твоем одолжении. Чудный вечер, чудный ужин. Спасибо, есть что вспомнить. Ну что, Никит Васильевич, может, пригласите девушку на чашечку чая? Чтобы хоть как-то компенсировать убитое время. Что? Ко мне? Свет, давай не сегодня. Это почему? Ну... Я имею в виду, ну, во-первых, уже поздно, тебе опять придется объясняться с отцом. Отец уехал в область и будет только завтра утром. Все равно. У меня в квартире
проблемы. Какие проблемы? Ну, унитаз. Там что-то, я не знаю, барахлит. Запах ужасный, мне будет жутко неловко перед тобой. А еще я дико устал, и завтра сложный день, я хотел бы выспаться. Да, а еще у тебя месячные, да? Ну зачем ты так? Как? Горелов, девушка сама к тебе в гости напрашивается, а ты пургу какую-то несешь. Вылезай из тачки. Свет. Вылезай, вылезай, иди, починяй свой унитаз. А то знаешь ли, от тебя и вправду начинает попахивать. Свет, я не знаю, может быть, все прошло не так, как ты себе представляла. Может быть, я был не на уровне. Но я пригласил тебя на ужин. Сделал тебе предложение. Мне осталось только переговорить с твоим отцом, и все, мы с тобой поженимся. А кто тебе сказал, что мы поженимся? Да, предложение ты мне сделал. И я сказала, что подумаю. Да, мой дорогой. Девушка будет думать. Девушка у нас немножко гордая. Света. Разговор окончен. Не доставай меня, Кит. Если хоть раз в этой жизни хочешь меня увидеть, то покинь тачку. Сладких снов. До завтра. Дождался меня, да? Ну что, погулять хочешь? Чего, как тут дома у нас? Сейчас посмотрим, погуляем. Есть кто-нибудь? Ты где? Эй! Ладно. Значит, все-таки ушла.